Твои глаза! Здрасте, это снова я. Несколько дней назад в сети разразился конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым. В одном из интервью телеведущий назвал лидера группировки «Ленинград» пустым, неинтересным и глупым дебилом. По его словам, артист провалил интервью, которое они делали для Первого канала. Рокер не смог промолчать и предложил Познеру устроить баттл, йо-йо-йо, чтобы высказать претензии друг к другу. Интернет-пользователи активно следят за развитием ситуации. Ксения Собчак, которая хорошо знала, ну это везде вылезет курица, значит, которая хорошо знакома с обоими участниками перепалки, высказалась по поводу того, что бой между телеведущим и музыкантом так и не состоялся. Ксюша расстроилась. По ее мнению, Шнуров хорош в сочинении текстов, поэтому Познеру трудно будет с ним, короче, тягаться. Ксюша сказала: «Странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых». Блять, слово тяжелое. «Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я хорошо тебя знаю, Сережа, видела, что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в глухой защите. Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерными боеголовками», сказала Ксюша Собчак, да. Значит, это телевизор. Ведущая отметила в посте, что второе обсуждаемое интервью Шнурова, которое он дал Юрию Дудю, блять, вообще о чем речь, не пойму, также не произвело на нее впечатления. Сергей сделал особый акцент в беседе на стоимости зубов и сексуальном аспекте своей жизни. А Ксюша утверждает, что хотела бы узнать другие, блять, я уснула нахуй. Так, короче, смотрите, Ксения сказала: «Короче, вы вот такой, приходите, лучше ко мне на дебаты, мальчики, это как раз и журналисты, у певцов даст одинаковые равные возможности. Ну и не ссорьтесь, и ссорьтесь только у меня в эфире, ты пиздодельная какая, чтоб себе хайпы наловить, да хер тебе нарыла, Ксюша». Напомним, что личное знакомство Познера и Шнурова состоялось на авторской программе тележурналиста. Рокера и ведущего не заладилось. Он уходил от вопроса все время. Он вертелся, как уж он чего-то умничал. Туда-сюда, хуе мое. Я думал, так занимаюсь разрушением образа, но я же не нарочно, у меня нет такой задачи. Мне было интересно. Это популярнейший человек. В чем ему, так сказать, сила? Выходит, ни в чем. Это нам сказал в эфире Володя Познер. Он Володя разве, блядь? Блядь, он точно Володя? Какая хуй разница, народ, подпишитесь, короче, на меня, поставьте лайк, комментарии, я понимаю, что эта новость не очень такая яркая и горячая, да, но тут все-таки Ксения Собчак, это... вот, поэтому поставьте, пожалуйста, лайки, комментарии, а я что? Я пошла пить кефир.